На ковре в красном трико Сергей Горяев и малоненецкий автономный округ город Абхасали тренируются под руководством Сосна Фарниева. Победителя первенства мира среди молодежи. Победителя первенства Европы среди молодежи. Ему всего 19 лет. Сергею Горяеву, и он выступал на первенстве России в прошлом году, в позапрошлом году занял третье место, в прошлом году второе место занял. Борьбой занимается 10 лет. Его соперник, борец Максим Сафарян, ему уже 31 год, он в прекрасной спортивной форме, очень хорошо и ритм знает, с подворотом бросает и является бронзовым призером международного турнира «Иван Платонный», бронзовым призером чемпионата России. Выступает за город Санкт-Петербург. Честно,
на центральном ковре.